Здравствуйте, Красин Александр, компания «Семантик Украина», глава представительства. Сегодня мы презентуем два инновационных решения по резервному копированию и восстановлению данных. Соответственно, флагманские продукты с названиями NetBackup и BackupExec для, соответственно, разных уровней и категорий заказчиков. NetBackup больше ориентирован на enterprise заказчиков, там, где, соответственно, очень сложная гетерогенная среда. Продукт BackupExec больше ориентирован на SMB и mid-market рынок, там, где в основном используется Windows среда у заказчика. От предыдущих версий они отличаются, собственно, своей инновационностью в подходе представления информации, настройках, более богатым функционалом решений, более продвинутой работой в виртуализационных средах, как в VMware, так и в майкрософтовской виртуальной среде. Это заказчик или большой ли заказчик, его бизнес зависит от этих данных, с которыми он работает, и от этих серверов. Ценность информации, которая находится в IT-системах, она велика, и потеря сервера, она как бы жизненно важна и для крупной и маленькой компании, и для крупного и малого бизнеса. И эти организации одинаково хотят иметь успешный продукт для восстановления, успешный план восстановления своей инфраструктуры, как в целом, так и отдельных данных, если что-то такое неприятное произошло. На сегодняшний день мы занимаем существенную долю рынка по мировым масштабам, основываясь на аналитике Гартнера. Основываясь на аналитике IDC, мы занимаем огромную долю рынка по решениям резервного копирования и восстановления на рынке России, порядка 35%. По рынку Украины, я надеюсь, что мы также выступаем достойно, но, к сожалению, мы не можем ссылаться на какие-то формальные аналитические данные, потому как на сегодняшний день, к сожалению, мы не получаем их от аналитических компаний.